Доброе утро, мои уважаемые зрители. Еду я сегодня в Калужскую область и, соответственно, заеду в саму столицу Калужской области, город Калуга. Вот, смотрим видео, ставим лайки, едем вперед. Вот чем мне нравится Калужская область, так это разнообразием, так сказать, лесных культур. Здесь и березы, и елки, и сосны. Вот. У нас с этим, конечно, слабовато в Тульской области. В основном Алексинский район, Заокский, Ясногорский. Вот. Ну и понемножечку в других районах. А Калужская область мне нравится тем, что здесь хвойные леса повсеместно. То есть очень красиво смотрится. Как летом, так и зимой. Очень красиво. Я вот не знаю, в каком году вложили дорожное полотно от Тулы до Калуги, но скажу то, что в Тульской области это дорожное полотно намного хуже, чем в Калужской области. Вот, признаюсь честно, еду и прям радуюсь, что хоть где-то у нас можно ехать нормально. Очень нравится это полотно. Конечно, еще на зимней резине чувствуется жесткость, вот это все, но все же. Да, конечно, дачку иметь вдоль трассы — это в страшном сне не приснится, но возможно, люди привыкают к постоянному шуму и к постоянной пыли на ихнем огороде. Вот. Но лично я бы не хотел бы иметь дачу в таких местах. Вот когда въезжаешь в Калугу, там, конечно, вначале покрасивше. А вот еду пока, в принципе, такая же ситуация, как и в Туле. Одинаковые здания. Только вот манера езды, конечно, отличается. Что в Туле у нас подрезают, обгоняют. Также и в Калуге. Но в два раза усиленнее, чем в Туле. Поэтому здесь надо глядеть в оба. Дороги тоже, как у нас, с дырками, с ямами. А вот детская площадка. И, конечно, спортивная площадка для занятия физкультурой. И что мне нравится, она с крышей. То есть можно заниматься в дождливую погоду. Это вот уже, как я понимаю, центр города. Ну а цель моей поездки в город Калугу — это рабочие моменты. Тут будет судебная. Ну а цель моей поездки в Калугу — это два рабочих момента. Один момент — то, что мужчина подает на женщину в суд из-за того, что по его границе участка располагается дерево.
То есть он опасается, что это дерево в будущем может упасть на его дом. И поэтому он подал в суд на эту женщину для того, чтобы она спилила это дерево. То есть так она хорошим языком не понимает, он ее просит, но она ни в какую. Вот поэтому приходится ему прибегать к таким вот судебным процессам. Вот. А второй момент, я сейчас подъехал к дому, где планируют коммунальщики. Коммунальщики планируют удалить дерево, но собственники этого дома не хотят, чтобы это дерево удалили, потому что она им нравится, она немножечко создает им тень. И они заказали дендрологическую экспертизу в одной из фирм города Тулы. Вот. Ну а я двигаюсь туда. Вот то самое обследуемое дерево. Это порода ясень. Проглядел я его от корней и, так сказать, до середины. В общем, ситуация какая. Дерево оставить можно, но примерно 2 метра 60 сантиметров оставить ствол. Остальное придется удалять, потому что вверху там уже есть значимые повреждения, образовываются дуплы, начался процесс гниения. Поэтому будет дано заключение кронировать его примерно на такую высоту, дабы избежать несчастных случаев. А это вот, ребят, территория детского садика. Вот посмотрите, какие страшные конструкции. Вот в них играют детишки. Это вообще, конечно, мрак. Мусора по городу очень много валяется. Центр я, конечно, проезжал там покрасивее. Вот. Заснять у меня не получилось. Движение очень хаотичное. Но вот буквально съехал от центра на 800 метров. Вот такой вот здесь микрорайон. То есть люди сами тут мусорят. По ходу дела уже коммунальщики на все забили и перестали убирать. Потому что мусора просто ужас сколько. Доварить вот лестницу. Красиво получается. Вообще необыкновенно. Гномик. О, не развиваться сейчас. Ноги вытащить. Лестница вообще шикарная. Ну, вот я сам варил. Сами варили, да? Да, я все сам варил. Я в свое время был зам по тылу. Ух. Вот Россия. Валя. Полна талантами. Валя. Красота. Валя. Получается. Забыл, как тебя зовут? Саша, Саша. Александр. Вот кому я приехал, Анатолий Иванович, мужчина, подает в суд на соседей. Проблемная вот эта вот груша, которая стоит. Ну, я уже вижу то, что она расположена с нарушениями правил. Сейчас я все это замеряю рулеточкой. Необходимая дистанция 4 метра, но тут я вижу, что даже 2 метров нету. Поэтому вопрос решен. Да не вот. Спилит. Вот Анатолий Иванович говорит, спилит.
А так эта болезнь не только у нас распространена. Ну и в Калужской области, смотрю, тоже. Какие? Я всегда опиливаю. Я опиливаю все это. Сейчас вот опиливаю. Уменьшу до 2 метров. Вот так. Сирень красавица. Сирень, да, она красивая. Надо будет мне тебе. Фиолетовая или белая? Ой, она и как, ну, такая фиолетовая и все это. Понятно. Красивая, конечно. То вон там дерево красивое. Ну, деревья красивые здесь. Туечки вот красивые. Да, вот тут вот у меня здесь. Просто пучок получается. Это расстояние тоже. Так вот, пожалуйста, расстояние от ствола составляет 1,38 м. Это не есть хорошо. Вот какие проблемы создают люди. Деревья и люди. Да. Да, конечно, создают. То есть они вам затеняют. Затеняют, правильно? Затеняют, конечно, листва, все сыпется. Да и опасно то, что может свалиться дерево. Потом, понимаешь, вот ветер когда, это сейчас она дома, а когда листва, крона такая огромная, она ветер начинает скрипеть, качаться. Ну хрен знает. Может, она переживет меня, может быть, и еще. Ну? Ну, может, но неизвестно сколько. А мне внуки, дети, есть же у меня? Конечно, конечно. Ну, слушай, я беспокоюсь уже не о себе. Я сваривал, вот, я гнул вот это все. Красиво. Сам, красиво. Ну, конечно, все успел. Вот, как говорится, здоровье, ну, здоровье таким людям. Пошел, ага. Красиво. До пенсии мне некогда. Вот все, сам плитки можно. Мы здесь отложили тротуар. Хотел сделать. Мне сделать, и все. Так мой асфальт остался. Красиво, елочки. А елочки когда сажали? А елки сажал. Это я еще служил, посадил. Это лет, наверное, уже по 22, вот так, 23. Ну, отлично. Вот так вот. Еще на таком узком пространстве, а широко разрослись, хорошо. Да, да. Это, конечно, посажено было, гаража не было, потом он построил. И мешалось уже, конечно, она была маленькая. А там, ну, а ничего, тут... ничего. А вот то дерево, я эту, вот ту елочку я вообще из плена спас. Она в гаражах вот так же росла. Вот они срубят. Приехал, думаю, выкопал ее, посадил. Ну, жалко, она уже корявенькая так была уже, знаешь, это бочок. Отлично, один, отлично. Маленькая. А вон какая уже имя. Ну, это уже так догоняет ее. Вот они, видишь, как в рост идут. Одна вот эта догнала. Вот эта рань первая, вот эта вторая. Она догнала уже даже. А та третья уже посажена. Ну, смотришь, догоняет. Да, красиво. Поэтому... Так, ну ладненько. Ну ладно, если что, да, будем знакомы. Так, ну что же, еду назад в Тулу. Вот, по поводу вот этого дерева, которое расположено близко к соседскому забору, скажу лишь одно. Вот этот мужчина, который подал в суд на своего соседа и просит, чтобы тот спилил дерево, 99% выиграет в суде, потому что есть определенные правила расположения деревьев на участках индивидуального жилищного строительства. И в ихнем случае такие деревья должны располагаться не менее чем 4 метра от границ соседей. Ну, как мы увидели, там метр с небольшим, как говорится, расстояние. Поэтому для суда будет предоставлена данная дендрологическая экспертиза с указанием этой проблемы. И в будущем того человека, который изначально отказался спиливать дерево, будет вынужден все-таки спилить данное дерево по решению суда. Ну что хочу сказать про город Калуга. Я не был здесь несколько лет. Вот. Значительно, конечно, она преобразилась в центре. Там как раз, где я не мог все это заснять. Вот. Но дороги в центре, конечно, ужасные. Очень ужасные. А это я уже выезжаю в сторону моста, в сторону Тульской области. Такая вот здесь неплохая дорога на этой развязке.
смотрите. Рядом там река Ака, но ее отсюда, конечно, не видно. И здесь такой вот интересный корабль с богатырями. Вот. Ну, что еще хочу сказать про Калугу. Манера езды, конечно, у местных жителей очень такая экстремальная. Подрезают, выскакивают на красный. Вот. Ну, я думаю, что много где так в нашей стране водят автомобиль. Поэтому я отношусь к этому более-менее спокойно. И еще один момент. В Калуге, в центре, я обратил внимание, вот действительно, очень много мусора везде валяется. И я так подумал, как я сказал несколькими минутами ранее, мне кажется, просто коммунальщики не то, что уже не справляются и не хотят этого делать, а просто они забили. Просто не успевают убирать за людьми. Люди мусорят очень сильно. Вот. И из-за этого скапливается очень много мусора в центре города. Вот я уже проехал мост вот этот, который проходит через реку Аку. И посмотрите, как хорошо здесь освещена дорога. Ну, по крайней мере, сейчас день. Вот, я не могу сказать, светят ли все здесь лампы. Но фонарных столбов установлено очень много. А это вот идет строительство, какой-то крупный объект. Очень много уличных фонарей стоит красиво. Очень интересно, конечно, что здесь строят. Но паспорт объекта я пока не вижу. Да и нет времени подходить, читать его. В общем, едем дальше. Сказал сам Анатолий Иванович, тот, у кого сейчас я был, ему в Туле нравится больше, чем в Калуге. Вот. Но, к сожалению, я сейчас Калугу увидел только с той стороны, которую сейчас я вам ее снял в этом видео. Вот. Я больше чем уверен, что она намного красивее, потому что я краем глаза там видел издалека и красивые здания, и новые дома. Вот. Также в Калуге есть, соответственно, свои музеи. Музеи. Один музей Циолковского, чего стоит. Это музей космонавтики. Вот. Поэтому, если кто собирается в Калугу ехать, ну, в качестве туриста, скажем, то ехайте туда явно не осенью, не зимой и не весной, а ехайте туда летом. И тогда Калуга раскроет себя совсем с другой стороны. Ну что, ребята, я с вами прощаюсь и говорю всем до новых встреч. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всего вам доброго, друзья.